Здравствуйте, дорогие друзья! Скоро наступает самый долгожданный и сказочный праздник – Новый год. В этот день мы ждем от своих близких и родных подарки. А что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Сегодня мы из вот такой вот баночки сделаем очень интересное украшение. Для этого нам понадобится баночка с крышкой, глицерин, дистиллированная вода. Если нет дистиллированной воды, можно применить обычную игрушку, различные блесточки, мишура и у меня вот такие вот снежинки. Берем крышку. И приклеиваем нашу игрушку к крышке так, чтобы не залить края, когда мы края на резьбе, когда мы будем закрывать баночку. Я это делаю клеем пистолетом. У кого нету, можете использовать обычный момент, суперклей момент. Наша игрушка приклеилась. Игрушку можно выбрать обычную. Главное, чтобы она закрывалась и не мешала закрытию банки. Я беру мишуру, нарежу ее на небольшие полосочки. Чтобы украсить нашу игрушку. Вы можете использовать любое другое украшение. Будь это шишечки, иголочки. Вот так вот. Креплю вокруг игрушки. Оставляем игрушку, беру баночку, я предварительно украсила дно баночки шишками, посчитала, что будет красиво. Берем дистиллированную воду, наливаем нашу баночку. Берем глицерин, добавляем. Мне на такую баночку понадобится 2 бутылочки глицерина. Аккуратно перемешиваем. И добавляем блёстки. У меня это синий, зеленый, золотистый и серебристый. Золотых и серебристых можно побольше. Также у меня есть вот такой вот искусственный снег специально для поделок.
Его я тоже добавлю. Немного. Много не надо. И перемешиваем. Добавляем еще водички. Берем нашу игрушку, она уже приклеилась, и закрываем баночку. Закрываем плотно, чтобы водичка не вытекала. У меня есть вот такая вот ткань, и я ее приклею на нашу крышечку. Чтобы закрыть надпись. По кругу тоже. Также у меня есть вот такая вот тесьма. Ее я тоже приклею по кругу. Закрепляю ручки. Ненужное обрезаю. Переворачиваем. Стряхиваем баночку. Наверх. И креплю вот такие вот снежинки. У меня не силиконовые. И у нас получилась вот такая вот красота. Убираем остатки клея. Стряхиваем палочку. И вот такая вот красота у нас получилась.